поздравить всю Полтавскую область, что у нас впервые 10 участников Олимпиады. Сегодня, вчера, буквально на днях решился вопрос по Ольге Лиховой. Она также едет после рождения ребенка, она едет участником, будем говорить, едет в Токио, и у нее амбиции достаточно серьезные сегодня как бы разговаривал. Что касаемо всей структуры ШВСМ, ну вы уже, собственно говоря, знаете, 8 видов спорта. Где лучше, где хуже. Я стараюсь как директор сохранить тренерский потенциал, те кадры, которые дают нам чемпионов Европы, мира, будем говорить, и надеемся, что и на Олимпиаде спортсмены Полтавской области покажут достойные результаты, и мы будем, дай бог, с медалями. Комиссию прошу и депутатский корпус прошу, чтобы нам не легче, а комфортнее тренерам работалось. Первое решение депутатской комиссии, прошу вынести то первое решение, которое было, это по поводу небольшого повышения заработной платы нашим тренерам за счет премиального фонда. Почему? Потому что Министерство спорта, оно достаточно негативно посмотрело на все ШВСМ Украины. И, допустим, заработная плата у тренера ДСШ, она процентов на 30, а то и на 40 больше, чем у заслуженных тренеров Украины, работников ШВСМ. И на первом заседании, комиссии, мы принимали там решение, не помню, там кажется, там полмиллиона там добавить на заработную плату тренерскому составу ШВСМ. Попрошу вот это поддержать, собственно говоря.